Сегодня 20 июля и только первые сутки без изнуряющей, обжигающей жары. Я решила вам немножко показать наши сорта. Вот здесь в теплице они переживали это лето. Мотыльки, танец мотыльков. Ну, посмотрите, жара, конечно, отразилась на цветении, но все равно, вот он какой. А рядом, увы, больше пострадал майский салют. Посмотрите, сравните соцветия. У них одна и та же мама и папа. Розовая простая пеларгония и сорт Фрисдорф. Вот посмотрите, какие соцветия у майского салюта. И попроще, но зато в огромном количестве у танца мотыльков. А вот это наш один из первых сортов Ирида Конфетти. Увы, жара сильно-сильно его замучила, и много-много шапочек пришлось просто срезать. Вот этот вот помпончик Ирида, подружка невесты. А вот здесь сестренка Ирида, невеста. Замечаете, у них очень похожая форма цветков и соцветий, но разный цвет. Розовый у подружки и белый у невесты. А вот этот огромный букетик Ирида Купчиха. Вот она. А вот здесь прячется Ирида Антошка. Я его обожаю. Вот смотрите, какие рюшечки. Крапинки. Прелестный парень. Так, вот здесь вот помпончики. Ирида Кружевница. Здесь вот молодое соцветие еще не так закудрявилось. А более взрослое уже кудрявится. И посмотрите, рядом солнечный зайчик. Цвет такой же у цветочков, но форма абсолютно другая, и их не перепутать. Ну и зайчик, конечно, еще и желтолистный. Так, идем дальше. Вот это вот. Сама нежность. Ну, правильно. Это и есть Ирида нежность. Вот здесь фестиваль красок наливается. От нежного белого к ярко-розовому. Так и будет все лето пестрить то одним, то другим. Увы, небесная глазурь плохо переносила жару. И сейчас только-только набирается цветя. Вот здесь выгоревшая капля черники. Рюши только-только набираются цветя. А рядом с ними Ирида Катеринка. Малышки не торопятся. Так, вот здесь что у нас? Это у нас Евгения. Здесь вот много-много соцветий скоро будет. Вы же понимаете, на жаре не очень-то хорошо было цвести. Вот ее соцветие более распустившаяся форма, да, видите? А рядом цикламен. Совершенно другой формы соцветия. Нет, я-то их точно не перепутываю. Так, ну тут мы повторяемся. Вот, пожалуйста, фестиваль красок и венский вальс. Здесь у нас невеста. И на ней 6 цветоносиков. Так, сейчас мы обойдем. Посмотрим, что у нас с той стороны. Ой, майский салют, так жалко. Посмотрите, как пострадал от жары. Так, здесь у нас венский вальс буйно цветущий. И купчиха. На него навалилась клюква. Ой, нет, не клюква, а черника выгоревшая. Клюква не цветет. Вот, смотрите, красный. Красавчик. Он только набирает шапочки. Кустик нарастил, неплохой. А шапочки только-только.
Дюймовочка пострадала от жары. Ну, это старый Костик. Взросленький. Так, вот она, невеста. Спряталась. Ну вот, пожалуй, заналки наши тут все. Стеллары и занартики покажу в следующий раз.